Собираться 7 апреля у библиотеки имени Пушкина и заряжаться бодростью и позитивом стало уже традицией. Не первый год омская молодежь в этот день приходит на массовую зарядку, посвященную Всемирному дню здоровья. А на этот раз обычай дополнился еще одним важным событием. Физкультурная встреча также была приурочена к самому ожидаемому событию года – Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который наша страна примет в октябре. Региональное министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта всегда поддерживает инициаторов данной акции – волонтерский центр «Сибади» и региональный молодежный центр. Молодежная акция «Массовая зарядка», я думаю, для молодежи – это новая форма. Мы не проводим профилактические беседы, не заставляем их отказываться от вредных привычек, а просто показываем альтернативу, что можно весело, с пользой провести время. Несколько сотен молодых людей с удовольствием присоединились к волонтерам Сибади, девушкам из танцевальной студии «Багира» и инструктору по зумби, выполняя предложенные упражнения и танцуя. Также в поддержку здорового образа жизни и спорта перед собравшимися выступили уличные атлеты. Парни показали, что для занятий спортом совсем не обязательно наличие зала, достаточно только желания. Они вызвали шквал оваций, продемонстрировав невероятные трюки. После таких зажигательных выступлений все с удовольствием выходили участвовать в различных конкурсах. Девушки повторяли движения за танцовщицами, а парни отжимались. Наградой для самых активных стали полезные призы от партнеров мероприятия. На лицах у всех улыбки, ноги и руки двигаются в такт музыки. Площадь у библиотеки заряжена позитивом. Участники делятся только положительными впечатлениями. Это такое чудесное явление. Жаль, что только раз в год. Иначе я бы ходил очень часто, особенно на эту зумбу. Прям замечательно. Зарядка очень хорошая, зажигающая. Мне тут нравится. Я очень зарядился. Очень классное мероприятие. Рад, что сегодня здесь пришел его организовать. Спасибо большое. Отличное настроение. Клевые выступающие. Заряд эмоций. Посмотрите на это сами. Очень здорово. Также стоит отметить, что данная акция – это лишь одно из немногих мероприятий, проводимых под эгидой Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Впереди еще немало интересного – порядка 150 разноплановых встреч.